Лето зимой. Крымскую площадь заканчивают подготавливать к новогодним праздникам. Здесь установили новые светодиодные инсталляции. Примечательно, что именно сегодня выпал снег, а здесь яблоки созрели. Крымская площадь, преобразившаяся в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», стала новым местом притяжения самарцев. В канун новогодних праздников горожане уже строят планы на отдых именно здесь. Новый год чувствуется, да? Мы выписались из больницы, слава богу, выздоровели. Нам очень нравится, мы здесь гуляем, у меня еще есть младший сын. Вот, мы ходили здесь, и здесь какой-то праздник был недавно. Вот. Нам очень нравится, да, мы облагородили. Над созданием красоты здесь работают с самого утра. За один день установили 3 светодиодных дерева. Чуть позже появится и светодиодный каскадный фонтан. Многие люди проходят, говорят спасибо, то, что украшаем, то, что будет весело, красиво. Прикладываем усилия, украшаем город, чтобы город был красивее на праздник. Все украшения энергоэффективные. То есть, работая в режиме нон-стоп, они затрачивают минимум энергии. Потребляют даже меньше бытовой лампочки. Всего в Самаре установят около 30 новогодних композиций. Это фонтаны, фигуры животных, деревья и новые для этого года бокалы шампанского, которые можно увидеть на проспекте Ленина. Специалисты на финишной прямой. Еще немного, и город полностью будет готов к праздникам. Крымскую площадь в новогодние праздники будет не узнать, обещают специалисты. Впервые украшается. До этого мы здесь наряжали просто деревья, обматывали световой гирляндой. В этом году, после проведения ремонта, эта площадь заиграла. Смотрите, какая она красивая стала. И поэтому мы решили здесь поставить новые световые композиции. Вся Самара будет полностью украшена уже в начале декабря. Отдельное внимание уделяют всем 4 преобразившимся площадкам по федеральной программе «Комфортная городская среда». Это скверы Фадеева и тот, что у храма Кирилла и Мефодия, а также бульвар Металлургов. Мария Левина, Максим Гусев. События.